Такими лозунгами и плакатами о том, что коррупция убивает, одесситы пришли под стены мэрии 20 сентября. Их привела трагедия в детском лагере «Виктория». Их жадоба грабунку, наживы, відкатів уже довела до того, что просто гинут люди. Но ни трагедия, ни митинг потерявших терпение одесситов не помешали Труханову и подконтрольным ему депутатам попытаться протащить через сессию вопрос о кредите в 1 миллиард гривен. Тогда под натиском народного гнева мэр и депутаты сбежали, объявив перерыв, который затянулся на неделю. Спустя 14 дней они снова отгородились от одесситов, заполнили сессионный зал молодыми парнями в кожаных куртках и дремающими женщинами и принялись за свое. И попытка ряда оппозиционных городскому голове депутатов заставить присутствующих задуматься, о какой финансовой нагрузке на город идет речь, не увенчалась успехом. Миллиард гривен 17,5% годовых – это 175 миллионов гривен в год. Мы должны будем платить за пользование этим кредитом. У меня возникает вопрос. Ранее в этом году мы принимали решение о размещении временно свободных средств на счетах того же банка, Укргазбанка, в котором мы планируем брать кредит. Я хотел бы задать Светлане Николаевне вопрос, сколько из тех средств, которые мы размещали под 14,5%, на сегодняшний день осталось на депозите того же банка, в котором мы планируем взять кредит. На депозите в Укргазбанке сегодняшний день 299 миллионов гривен. Но даже предложение депутатов взять в кредит не миллиард, а на 299 миллионов меньше и уменьшить финансовую нагрузку на Одессу не нашло поддержки. Прошу голосовать. За 44, против 7, воздержалось 0. Решение принято. Как мы говорили о том, что есть сейчас у города 600 миллионов, 300, и 300 из которых находятся в том же банке, из которого планируется взять кредит, то есть 300 миллионов гривен, которые лежат под 14%, а мы планируем взять, как вы знаете, кредит под 17,5%. Вот фактически мы берем свои же деньги, но только мы за это платим еще 1 000 000 гривен в месяц. Запросы из Одесского городского совета подавались только в Укргазбанк. То есть у нас существует в стране 4 государственных банка. В 3 из них Одесский городской совет даже не направлял официально писем с целью узнать размер кредитной ставки и условия получения миллиардного кредита. Это первый вопрос. Второй вопрос. Средства одесситы не ощутят видимого эффекта от взятия миллиардного кредита. Прежде всего потому, что средства направлены на все те статьи расходов, которые финансировались на протяжении года, с учетом того, что бюджет города вырос, составляет 9 миллиардов, это были немалые средства. Фактически, миллиардный кредит будет направлен на проедание. Адже бюджет міста сьогодні був в цьому році один із найбільших бюджетів за все існування української незалежності. І тих грошей, які були, було абсолютно достатньо для того, щоб багато різних соціальних програм реалізувати, інфраструктурних і так далі, направлених на розвиток міста, різних галузей, необхідних, потрібних одеситам. Но речь не идет о реализации какого-либо масштабного проекта. Например, решение проблемы транспортной связи между центром и поселком Котовского, спасение ТГО от банкротства или решение других реальных городских проблем. Сложилась ситуация, при которой мы хотим взять кредит, но лихорадочно ищем статьи расходов, куда его направить. Реальные проблемы останутся. Но через 5 лет, когда закончится срок займа, тех, кто сегодня сделал Одессу городом-должником на более чем 1 миллиард гривен, скорее всего, в этих креслах уже не будет. И спросить, что же было сделано для одесситов за миллиард, зачем нужно было заплатить за этот кредит более 100 миллионов гривен, будет не у кого.